что? Вот такая вот сегодня находка. Так, она вроде. Да. Вот так вот. Вот. Вот она идет. Ну как пистик, да? А. Только маленький. Вот. Ну под себя он какой должен быть? Подходит под руку конкретно. Ну да. Ну а тогда вот ты вытащи его там внутри. Что там? Ну смотри. Полая, да? Угу. Вот это что? Что с ним делать? Подбивать? Да нет, это ржавчина там бесполезняк. Ну, стой, вон его не беру. Ну, смотри, оба рассыпливается. Ну, да, что ты ему сделаешь? Ты же снимаешь? Да. Ну, все. Это круг тут снимают. Пружинка, видел это? Я вижу. А там, стой, там смотри, там вроде какие-то на ручке вещи, эти штучки есть. Какие это вещи? Пупырышки. Ага. Видел? Ага. Как, ну это, да, это, ага. Это Вальтер, наверное, какой-нибудь. Так ему уже все. Этому да. Капут. Этот уже отстрелялся. Блин, а вторую не могли найти, да? А где-то может этот пень надо переворачивать. Давай перевернем. Ну это уже не сегодня. Место грибное, да, у нас? Да, да, попалось. Главное, чтобы пизаны нас не... Там вроде нету. А все, капец, я устроил. Погоня отсюда. Нету. Жалко, что мы это здесь делаем. Ну а где надо делать? Потом мы его остатки будем доставить. Так ломаю, что ж сломал его. Так а что уже ломать-то? Уже просто оставлять. Уже точно уже ничего не знаешь. Это может какой-то механизмик там или патрончик? Да там, нет, ладно. Уже все. Чистый он? Вон, внутри вот это вот. Сгнил он. Угу. Этот сгнил. Что там, патрончики не от него были, интересно? Можете, можете. А ну, достань. Него. Они там внутри. Ну-ка. Не. Не? Не. Ну, что это? Блин, а что это за пистолет такой? А мало ли у них этих пистолетов было? Два болота, Люгер да Вальтер. Да что там? Ну, Вальтер какой-то изменённый. Может, местный французский. Может. Типа, они с бельгийскими вроде ходили. Да, может, с бельгийскими, чешскими. П-405-37 37-го года. 37-й год? Угу. Как этот ПМ? Нет? П-405. Ну, чистится. Короче, надо пень ворочить. Это какой-то не пень, непонятно. Это пень-то вот, а это просто корень от него. Ну так там и не будет здесь больше ничего. Все чисто. Угу. Не умею. Ржавые? Да вроде все. Было ржаво. Да где ж ты?